нашел товарищей, они коллеги. Я не хочу пересказывать вам подробности детства. Думаю, они и так без этого известны. А если кто-то об этом не знает, он может легко найти эту информацию в интернете. Я не считаю меры, принятые властью в отношении Ковязина, адекватными. Человек прибыл на Болотную площадь 6 мая 2012 года не в качестве участника массовых мероприятий, а в качестве журналиста. Он отстаивал наше право получать свободную достоверную информацию из первоисточников. За это он был репрессирован. И несмотря ни на какие поручительства, характеристики и предложения внесения залога, власти не хотят выпускать Ковязина из-под ареста. Они говорят, что он может продолжить преступную деятельность. Вопрос, какую же преступную деятельность может продолжить этот человек? Освещение, правдивое освещение информации. Если для наших властей это преступление, то такую власть нужно менять.